Здравствуйте, дорогие друзья! И вот у меня начался сезон заготовки лесной, или как ее называют, полевой клубники. И сегодня первый день ездила в лес, на поляну, на разведку. Ну, хорошая ягода, но еще не полностью вся созрела. А у нас первая ягода. Как всегда, готовим вкуснятину. А какую, я вам покажу. Сейчас будем обрывать хвостики. Завожу простое тесто для нашего блюда. Разбиваю одно яйцо. Выливаю 350 грамм воды. И также нужно это посолить. Хорошо размешаем. Чтобы разошлась у нас соль, яйцо. И замешиваем тесто. Тесто замешиваем, как на пельмени. Тесто готово. Я его сейчас отправлю в холодильник, пусть оно отдыхает, полежит немножечко. А я в это время буду перебирать ягоду, лесную или полевую клубнику от чашелистиков. И дальше будем готовить наше очень вкусное блюдо. Долго ли, коротко ли, но дела идут. Посмотрите, какая красавица ягода без чаши листиков. Все уже у нас облагорожено. Кропотливая, конечно, эта работа, но это этого стоит. Маленько покопаться, потом получить наслаждение от приема пищи. Ну, тесто полежало в это время в холодильнике. Сейчас я его буду доставать и будем готовить вареники.
Минуты три покипит, больше не надо. И будут готовы наши варенички. Самые вкусные, ароматные, с шикарной ягодой. Мы их едим с сахарком, посыпаем. Вытащили их из водички, сварили, сахарком посыпали. И сметаночка. О, как это вкусно! Как это ароматно! Как это сочно. Посмотрите, какая это красота. Какое все-таки сочетание вкусной клубники со сметаной. Тем более лесная. Очень вкусно. Посмотрите, какие они сочные. Видите, сок выливается. Очень вкусно. А как я готовлю варенье? Это я сама рецепт придумала. Так что заходите, смотрите мое варенье из клубники. Потрясающе. Все, кто не попробует, все говорят: «Колись! Как ты его варила?» Так что, друзья, давайте, заходите, подписывайтесь, прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Сезон клубники начался, будут еще рецепты. Всем здоровья и удачи!